1 декабря в актовом зале городской администрации состоялась 55-я сессия собрания депутатов городского округа город Хасавюрт. В работе собрания приняли участие глава города Зайнуддин Акмазов, председатель собрания депутатов Загид Салим Дадаев, приглашенные, а также представители городской прокуратуры. Информацию по обозначенным вопросам по повестке предоставил заместитель главы администрации Исмаил Дадаев. Налоги. То, что мы раньше понимали, начиная с 2011 года, в 2012 году, в 2013 году вносили изменения. Но последние годы мы туда таких существенных изменений не вносили и принимаем каждый год, их дублируем на следующий финансовый год. Точно так же сейчас тоже мы вносим данные законы, данные проекты законов на следующий финансовый год. Единственное, мы туда внесли изменения по освобождению от земельного налога наши крупные спортивно-оздоровительные комплексы, которые занимают вместимость, будем трибун говорить, 5000 и выше мест. И все. Остальные налоги у нас в прежнем составе, в прежних ставках. И даже налог на имущество мы не стали менять на следующий финансовый год. Присутствующими депутатами было внесено предложение о рассмотрении вопроса по предоставлению заниженных ставок или же льготу на земельный налог спортивным учреждениям. По данному вопросу глава города Зайнуддин Акмазов отметил, что учреждениям, финансируемым Министерством образования, выделяются средства для погашения земельных налогов. А что касается частных спортивных школ, то здесь важно рассмотреть варианты оказания поддержки. При этом Акмазов подчеркнул, что собранию депутатов необходимо тщательно рассматривать каждое предложение в данном направлении. Также глава города рассказал присутствующим об итогах встречи с Владимиром Васильевым. Я ему доложил обо всех наших проблемах городских. Ну, кроме того, что я доложил о наших достижениях, в смысле пополнения доходами части бюджета, сказал, что за 10 месяцев, 115 у нас показатель по доходам. По сокращению неформальной занятости тоже мы исполнили за 10 месяцев 102%. По актуализации земельных участков объекту капитального строительства сказал, до конца года мы тоже завершим со 100% показателями. Потом о том, что мы создали рабочие места в прошлом году, 1300, в этом году там 700 с чем-то. Это показатель выше, чем отпущено было нам. Потом у меня был подготовлен список наших проблем города, где-то 15 пунктов. Самые главные пункты были вот это объездная дорога, потом очистные сооружения, вот переезд, автомобильный переезд через железную дорогу. В ходе сессии депутатами были внесены предложения о включении в титул запланированных работ на следующий год ряд улиц, как на территории центральной части города, так и поселков. В заключение глава города обратился к депутатам с просьбой внести свои предложения и замечания в бюджет города на 2018 год, который будет сформирован в ближайшее время. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».